Коммунальщики будут получать сведения об оплате капремонта не от жителей. С этого года в законодательство внесли изменения. Органы исполнительной власти, к примеру, администрация или же управомоченные им учреждения, это может быть ТСЖ, они не вправе требовать от граждан документы, а также информацию, которую подтверждают ежемесячные взносы на капремонт. Разглашать эту информацию жители не обязаны, а управляющая компания или органы власти смогут сделать официальный запрос региональному оператору или владельцу специального счета. В течение 5 дней он обязан предоставить информацию.